Еще недавно, прячась за букеты, с волнением пришли вы в первый класс. И вот сегодня напутственным советом родная школа провожает вас. Осталось детство в школьных коридорах, звонки умокли, стихли шум и гам. И лишь воспоминания в разговорах звучат повсюду, тихо, тут и там. И есть что вспомнить. Взлеты и падения, и смех, и слезы, дружбу и любовь. Как голова трещала от учения, и стерлась о гранит эмаль зубов. Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть, ваш день настал. Сомнения прочь, смелее в добрый путь. Пусть вам во всем сопутствует удача, и сбудется заветная мечта, и даже к нерешаемой задаче находится решение всегда. Дорогие выпускники, я желаю вам, чтобы вы, наверное, не забывали, как можно дальше стены этой школы, из которой вы сейчас выходите, чтобы вы не забывали учителей, которые вам отдали частичку своей души, чтобы вы ценили и берегли своих родителей. В добрый и счастливый путь вам, выпускники. Останьтесь, Ирина Петровна. Уважаемая наша Ирина Петровна, многие дни вашей жизни вы потратили на нас. Любовью, заботой. Вы учили нас не только отвечать у доски, а и как жить. И мы хотели вам пожелать больше радости, больше позитивных моментов, больше улыбки и больше талантливых учеников. И мы вам хотели подарить ларец добрых пожеланий. Спасибо большое.